Инга Шлейхер – безусловно, оригинальное отражение свежих тенденций одесского художественного мира. Ее выставка, открывшаяся 13 июня в арт-кафе «Сальери», – это безусловное признание ее таланта. Тем более, что на открытие выставки пришли очень многие. У меня всегда перед собой, когда начинаю работать над новой картиной, я всегда ставлю перед собой одну единственную задачу. Значит, это создать симбиоз увлекательного повествования и глубокой философии. Несмотря на свою легкость и простоту и доступность для понимания, для восприятия моих картин, они все-таки несут философский смысл. А философский смысл в них очень прост, так же, как и мои картины. Это уметь мечтать, любить жизнь, принимать ее дары и не терять силу духа. И пытаться увидеть необычное в обыденном. Картины талантливой художницы уже находятся в частных коллекциях Италии, России и Украины. Ее стиль узнаваем. Благодаря превосходной колористике и ни на кого не похожей авторской технике, ее работы несут положительную энергию, внося в жизнь мощный позитив. Стоит отметить и непревзойденное чувство цвета, изысканность и стильность образов. Инга 7 лет назад осознала себя художником, хотя до этого она не получила специального образования, но... Это живой пример того, что каждый человек в душе художник. И надо просто открыть себя навстречу творчеству, а результат вы видите. Итак, 22 работы великолепно вошли в интерьер Сальери. И понимаешь, что не первый раз Инга хорошо это пространство, да, почувствовала. Выставка получилась очаровательной, хотя у нее нет специфического название, я бы ее назвала «Сон в летнюю ночь», потому что искусство Инги, оно декоративно, оно романтично, оно гадательно, оно эротично, в общем-то, оно женственно. И если совсем не так давно все художницы, женщины шарахались от слова «женская живопись», то сейчас, я думаю, они должны с высоко поднятым носом говорить о том, что их искусство женственно и что оно завоевывает мир. Четкие линии, выверенные пропорции, богатая цветовая гамма, яркая фантазия – все это вызывает безусловный интерес к творчеству Инги Шлейхер. Самый главный результат – это похвала моих друзей, похвала зрителей. Это главный для художника результат, когда человек унесет с собой кусочек позитива, подаренный мною. Для меня всегда выставка, открытие выставки, вернисаж – это праздник. Почему? Потому что это итог проделанной работы. То есть это уже хэппининг после большой работы, и, конечно же, это всегда счастье, веселье, положительные эмоции и так далее. Что же касается автора, все дело в том, что Инга Шлейхер дебютировала именно у нас в Сальери год назад, что мне особо приятно. Еще, чем меня очень интересует и привлекает этот художник, тем, что Инга не профессиональный художник. 7 лет назад она впервые прикоснулась к холсту и к краскам, то есть впервые взяла в руки кисть. И мне кажется, что творчество вообще-то живет в каждом человеке. Только нужно открыть свои объятия ему навстречу.